Неудачно завершили домашнюю серию. Нижегородская «Торпеда» уступила на своем льду магнитогорскому «Металлургу» 1-3. Гости с первых минут пошли в силовую борьбу и поймали защитников «Торпеда» на ошибке. И через 10 минут увеличили свое преимущество. Нижегородцы отыгрываются только во втором периоде за счет шайбы Виктора Шахворостова. В начале третьего периода интригу убивает третий гол «Магнитки». «Торпеда» уступает «Металлургу» 1-3 и начинает готовиться к выездным матчам. В воскресенье команда Дэвида Немировски сыграет с питерским «СКА». Начало матча в 17:00. Прямая трансляция на нашем канале. Сергей Щеплягин, Артемий Катков, Ренат Бикбаев. Время новостей.